Здравствуйте! Придерживаясь этой диеты, ты с легкостью, без физических нагрузок и тренировок, сможешь сбросить от 4 до 7 лишних килограмм своего веса за 7 дней. Эта диета способствует ускорению обменных процессов в организме, хорошо очищает печень, что помогает ей превращать весь накопившийся жир в энергию. Этот план диеты полностью отличается от других диет и режимов. Для него требуется только пить много воды на ежедневной основе. Рекомендуется употреблять 2,5 литра в день. Утром после пробуждения необходимо выпить 300-500 мл воды. Вы можете купить полулитровую многоразовую бутылку и положить ее рядом с вашей кроватью. Рекомендуется пить сразу после пробуждения. Кроме того, вы можете купить фрукты, богатые водой, и наслаждаться их антиоксидантными свойствами. 250-450 мл воды до и после завтрака. В течение следующего часа перед завтраком за 30 минут потребляют 250-450 мл воды. Если вы пьете кофе или чай, употребляйте 100-250 мл воды. 250-450 мл воды перед обедом и ужином. Пейте 250-450 мл воды за 20-30 минут до основного приема пищи. 300-500 мл воды в вечернее время перед сном. За несколько часов перед сном пить 300-500 мл воды. Почему этот метод полезен? Этот план диеты достаточно прост и эффективен. Он значительно ускоряет обмен веществ и держит вас сытым дольше. Кроме того, вода очищает печень, которая превращает жир в энергию. Много воды способствует здоровью почек. Вы будете ходить в туалет чаще, через некоторое время мочевой пузырь будет адаптироваться к большему количеству жидкости и будет способен удерживать ее дольше. Простая и легкая диета, которая не требует от вас покупки специальных и дорогих продуктов. Здоровым способом и эффективно с помощью воды вы можете сбросить от 4 до 7 килограммов за 7 дней. Эта диета не требует от вас каких-либо ограничений в пище. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!